Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. О погоде на вторник, 20 сентября, сегодня расскажу вам я, Марина Расова. Здравствуйте! Во вторник природа подарит нам ясное солнечное осеннее утро практически на всей территории края. Успевайте насладиться этим подарком сентября и, если есть возможность, прогуляйтесь хотя бы пару остановок пешком. Ну а если хорошую погоду омрачает плохое самочувствие, вам поможет лекарство «Гинкоум» от Эвалар. А сейчас подробнее о ситуации в отдельных городах и районах края во вторник утром. Прохладнее всего в Камне на Оби и Тальменке. Там столбик термометра поднимется до отметки в 12-14 градусов выше нуля. В остальных городах и районах края значительно теплее. Воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. Практически везде без осадков, и лишь в Бийске и Белокурихе пройдут небольшие дожди. В краевой столице утром во вторник, 20 сентября, солнечно, преимущественно без осадков, 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров, ветер западный слабый. На сегодня это все. Берегите себя и одевайтесь по погоде.